Здравствуйте! Вы смотрите самую спортивную программу телерадиокомпании «Вектор» и я, ее ведущий Павел Науменко. Сегодня в эфире. Расскажем вам о известных спортсменах, прошедших Великую Отечественную войну. Танцы не просто искусство, это и спорт. Учимся танцевать вальс победы вместе с губкинскими тренерами. В этом году мы отмечаем 75-й год Великой Победы. Победы над фашизмом. На фронт уходили люди разных возрастов и профессий. Среди них было немало известных спортсменов. Николай Сологубов – прославленный хоккеист. Ушел на фронт 18 лет. Служил сначала на флоте, после первого ранения переведен в ряды разведчиков. Имеет несколько ранений. В результате одного из них чуть не остался без ноги. Награжден орденом Отечественной войны, медалью за боевые заслуги и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Сологубов играл за ЦСКА под руководством Анатолия Тарасова. Первым в нашем хоккее стал применять силовые приемы. Без нарушения правил врезался в корпус соперников, сбивая их с ног. В 1956 году стал олимпийским чемпионом со сборной СССР. Был капитаном сборной. Аркадий Воробьев – советский тяжелоатлет, ученый, писатель, заслуженный мастер спорта СССР. На фронт попал в 1943 году, служил на Черноморском флоте, имел контузию, награжден боевыми наградами, включая медаль за отвагу, орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны второй степени. По завершению войны увлекся тяжелой атлетикой, получил звание мастера спорта СССР. В 1952 году на первых Олимпийских играх в Хельсинки выиграл бронзовую медаль, а через 4 года в Мельбурне сумел завоевать золотую награду. За свою спортивную карьеру в среднем и полутяжелом весе он установил 21 рекорд мира и 37 рекордов СССР. Анатолий Парфенов – советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, а также имел звание заслуженного тренера Советского Союза. В 1942 году был призван на фронт, воевал пулеметчиком, имеет ранение в руку. После госпитализации стал механиком-водителем танка Т-34, награжден орденом Отечественной войны. Борьбой начал заниматься лишь в 1951 году. Через 3 года выиграл чемпионат СССР и попал в основной состав сборной Советского Союза. На Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне в категории свыше 87 килограммов он стал обладателем золотой медали. Виктор Чукарин – знаменитый гимнаст, заслуженный мастер спорта СССР. Во время Великой Отечественной войны сражался на фронте, был ранен, попал в плен. Прошел 17 военных концлагерей, выжил в Бухенвальде и чудом остался в живых. После возвращения домой Чукарин быстро восстановил здоровье. В 1948 году стал чемпионом СССР по гимнастике, попал в сборную Советского Союза. А в 1952 году произвел фурор на Олимпийских играх в Хельсинки, став абсолютным чемпионом, выиграв 4 золотые и 2 серебряные медали. Иван Удодов – знаменитый тяжелоатлет, стал первым советским олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике. В 17 лет оказался в концлагере Бухенвальд. В 1945 году, когда освобождали пленных, Иван Удодов весил всего 29 килограммов. Когда вернулся в Ростов, врачи посоветовали ему для быстрого набора мышечной массы поднимать тяжести. Так неожиданно даже для самого себя он превратился в профессионального штангиста. Уже в 1949 он занял 5-е место в чемпионате СССР. В 1951 его выиграл, а еще через год победил на летних Олимпийских играх в Хельсинки. В апреле отмечался Всемирный день танца. Этот праздник объединяет все танцевальные жанры. Немало их развивается и в Губкинском. Хотя в период пандемии все культурные учреждения закрыты, это не означает, что занятия танцами прекратились. Научиться танцевать можно и в домашних условиях. Не между нами суй, да, да, прохожена красы, только лишь она будет со мной рядом, моя самая моя. Видеоуроки для своих воспитанников и для всех любителей танцев выкладывает руководитель театра танца «Импульс» централизованной клубной системы Елена Борцова. Видеоурок состоит из нескольких блоков. Первое – это разминка. Танцору необходимо хорошо размять, разогреть свое тело перед занятием. Второй блок – это хореографическая комбинация. Я придумываю хореографию в разных стилях, затем формирую это в комбинацию. Комбинацию делю на некоторые элементы движения, которые мы в дальнейшем проучиваем. Проучив движение, мы снова собираем это в общую комбинацию
и репетируем ее в медленном темпе, затем в том темпе, в котором она должна выглядеть. Третий блок нашего занятия – это растяжка. Каждый танцор должен быть гибким, пластичным, поэтому для этого занятия, для этого блока, мы уделяем достаточно много времени. К занятиям танцами с удовольствием присоединяются и взрослые. Так семья Бородиных исполнила танцевальный флешмоб «Я ямалец». Отговорка, что дома танцевать неудобно, не работает. Безусловно, заниматься дома танцами – это возможно. Мы зачастую с вами ставим перед собой некий блок, некий барьер, где говорим сами себе: «Мне неудобно, мне некомфортно, у меня мало места для занятий танцами». Ну, это просто, по моему мнению, признаки лени. Если мы уберем нашу лень, нам ничего не будет мешать. Научиться танцевать в домашних условиях вполне реально, а если вы танцуете всей семьей, то это всем поднимет настроение. Видеоуроки можно найти в соцсетях централизованной клубной системы во ВКонтакте и Инстаграме. Да, танцевать в домашних условиях можно и нужно. Танцы – это хорошая физическая подготовка и позитивное настроение. А вы знали, что есть вид танца, который официально объединил в себе спорт и искусство? Нет? Тогда смотрите далее. В спортивных бальных танцах за красивыми нарядами, легкостью движений и ослепительными улыбками танцоров скрывается серьезная физическая подготовка. Как и в любом виде спорта, здесь есть свои квалификационные уровни. Зачастую бальные танцы называют спортивными, поскольку только этот стиль хореографии предусматривает четко выстроенную систему соревнований классов и категорий танцоров. По аналогии со спортом, исполнители бальных танцев постепенно совершенствуют свое мастерство и переходят от одной категории к другой, более профессиональной и высокой. Вальс, танго, джайв, ча-ча-ча – в настоящее время все спортивно-бальные танцы относятся к артистическим видам спорта. Наряду с художественной гимнастикой, спортивной аэробикой, акробатикой. И это не удивительно, ведь танцоры, которые исполнили один танец продолжительностью 1.5-2 минуты, показывают данные напряжения мышц и частоты дыхания, так же как велосипедисты, пловцы и бегуны за те же 2 минуты. От танцоров требуется физическая сила, выносливость, гибкость, как и от спортсменов других направлений. Хотите научиться танцевать? Смотрите видеоролики профессиональных тренеров. В преддверии великого праздника 9 мая Виктор Бешенцев и Елена Борцова предлагают вам разучить танец «Вальс Победы». Основной шаг. Фигурный вальс. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Балансер. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Балансе с поворотом. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Балансе в паре. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два. Кошечка в паре. И раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Весна 45-го года, как ждал тебя синий Дунай. Народам Европы свободу принес жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад. На старой израненной в битвах гармонии вальс русский играл на солдат. Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай. Тот цветущий и поющий яркий май. Вихри венцем в русском вальсе сквозь года.
вспомнит сердце, не забудет никогда. На этом у меня все. Как сказала знаменитая актриса, танец – любимая метафора мира. Танцуйте, занимайтесь спортом, но при этом оставайтесь дома. С вами был Павел Науменко. Увидимся на телеканале «Вектор».